ты как будто родился только что. Давай работай. Коля, бери его на этого мешка. Вперед, и где этот Дан? Дан где? Боля, младший. Боля! Боля, эй! Вон туда разминаться с Колей, быстрее! Боля, проснись! Ходи, пора разминать. Нет, 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 их не трогай пока. Малых не трогай. Пошли. Не надо здесь бегать. Пожалуйста, не бегаем. Давай. Разминайся, что ты одной рукой, двумя руками. Хорошо. Ваня, Саша, что вы стоите мертвые? Так делайте. Ну так сколько можно? Первый раз. Больше не надо. Каждый раз по разу. Ну и что, что тата? Да. Включи свет, пожалуйста. Так. Включи. Пошли. Пошел. Ну что, мне считать, что ли, надо? Быстрее, Денис, время, Денис. Он встал. Как в кафе? Да, если я прохожу мою комнату. Так, Коля, возьми его. Вон туда, на середину. Я считаю, вы делаете первый номер ручками делаете. Приготовились. Thank you.
О, щоб я на тебе щумився. Вот, як я буду жити полегко. Ти що, задушить кого-то надо? Ну так будьте спокійно. Так, ви, вам на сьогодні все. У вас завтра тренування. То, що ви не забудете. Все, ви пароли, молодці. Ушли. Так. Эй! Ушло дело! Кто?
должен стойкий остаться. Бросить и остаться стойким. Бросками, да, но остаться стойким. Так. Сырбу ко мне сейчас получишь. Это же без бросков, я еще не буду. Как я тебе упал? А что ты сам падаешь? Я его не упал. Нет, ты тебя он сам упал. Дай тебя за вас так. Привык. Thank you.
раз, два, три, четыре, пять, шесть, туда. Эти все, ну. Группа дой, группа дой. Я что делаю? Я беру руку и через колено беру ему болевой прием. Здесь он должен похлопать или рукой ногой, или крикнуть. Дальше. Если у меня не получается, я могу видите ногой помочь. Вы, когда будете делать болевой, нельзя делать быстро. Надо аккуратнее, это отработка. Ну, реплика. Еще раз, пока. Высокий партер. Смотрите, вот это. Что это такое? Вот это высокий партер. Вот это низкий партер. Высокий партер.
дальше. Беру руку и показываю. Раз, два, три. Это болевой. Отпускаю его. На ноги. Становлюсь. Высокий партер. Теперь он мне делает. Ты мне делаешь. Да. Бог. Стоп. Не за кимоно, а вот отсюда берем. Не локоть, а выше. Берешь. Теперь второй рукой. Второй. Стой. Вот. Раз. Смотрите, я перевернулся и сразу придем. Делаешь удержание. 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 Вот смотрите, считаю. Я считаю. Раз, два, три. Дальше. Ты делаешь болевой. Через. Ну возьми вот так. Вот так можешь взять. Вот. И пока ближе к колену. Да? И показывай. Видите, показывай бой. Ум, трой, три. Я покопал, отпускаю. Стал. Стал высокий партер. Да, вини меня. Так, эй. Да, может стоять. Саша может стоять. Вот, а здесь ты заходишь и выходишь. А они меняются. Они между собой борются. Потом агент с тобой, и ты уходишь через каждый раз. Тоже и здесь. Андрей не уходит. Высокий партер. Теперь я его беру. Беру. Снизу сначала. Раз, охватил руку. Отсюда. Подтянул. Подтянул. И толкнул. Раз. И делал удержание болевой. Вопросы есть? Артем. С ним. Вот здесь. Вот здесь. Вы вдвоем здесь. Вы вдвоем здесь. Вот здесь. Вот здесь. Так, теперь послушайте меня внимательно. Здесь нет мальчиков, здесь нет девочек. Это тренировка. С кем скажу, с кем вы работаете. После тренировки вы можете подойти и мне сказать, что я хотела бы так, рассказать или так. Я приму вам внимание, постараюсь сделать. Пожалуйста. Yeah, man.
нормально разговаривать. Сейчас так, ты становишься. Ты становишься. Высокий паспорт. Стоп, сядь туда. Ты становишься высокий паспорт. Или он, вы должны захватить за две руки, перевернуть и сделать удержание. Или болевой. Либо румын. Сейчас лопта, лопта. Все, 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 все. Значит так, Артём, ты нам подаешь. Андрей Борисович.
в упруг и удержание.